Отрабатывает Синяев. Синяев. Идет 67-я минута. Синяев как будто только вышел на поле. Дальше передача на Синяева под удар. Синяев бьет. Боротько спасает добивание. Гол! Гол! Сапрунов 1-0. А в «Авангард» Курский лучший клуб русский. «Авангард» открывает счет. Экология быстрая. Игру арбитр не остановил. Можно пробить. Боротько в касание. Отправляет мяч ближе к центральному кругу. Толчок в спину. Мяч у Калуги. Но это нарушение, конечно же. Смотрим повтор. Ну, красиво все исполнил Тарасов. 56 на 44. Уже такое преимущество полудим мячом у хозяев. И штрафной Махамад зарабатывает. И тут, конечно же, пошел разбираться Николай Суханов с Махамадом. Александр Новицкий говорит Махамаду, что он не прав. Кубка. Кстати говоря, две подряд желтые карточки получил Александр Новицкий. Завершил у нас матч. «Авангард» одерживает победу минимальную 1-0. Амир Махамад тут пытается поговорить эмоционально с футболистами Калуги. Тут действительно у нас страсти накаляются. «Авангард» одерживает победу. Никита Сапрунов отличился забитым мячом.